Уж началось, так началось. Вселенная, и каждый приходящий сюда что-нибудь на нем выставляет для себя в плату этому месту. То бишь люди платят не деньгами, а творчеством, искусством, трудом. Могут наколоть дрова какие-то, перетащить что-то, поднести там. Ага. Альпинисты поднимаются на гору. Можешь прямо близко поднести камень? Она, скорее всего, ничего этого. Мне кажется, увидит. Там танцовщица с Москвы нарисовала такого дракона. Танцовщица с Москвы украденная дракона. Хороший сюжет такой. Вот так здесь появляются бородатые типулики и хайсты. Куда ты, огни, другой стороне, плевать, я тоже кусаю. Парень нарисовал первый раз в жизни, это Северного гора. Никогда раньше не рисовал, это первый раз. Вот этот вот? Да. Мистер Фриман, Чарли Чаплин внизу, вот здесь Галапагосская черепаха. Ага. Вот этот парень тоже первый раз в жизни рисовал, не знал, что делать. Нормально. Просто тыкал, люди вдохновение получают. Тыкал всю ночь в стену, получилось. Вот портал основной, что здесь есть, он появился даже раньше, чем название этого места. Когда мы думали, как назвать, самое необычное, что здесь было, это портал, так что портал остался. Горная сакля такая, детальная, горы. Вот это была невеста, кто-то ее в Бэтмена перекрасил. Значок Pink Floyd, дифракция света. Вот здесь кубанская культура, три амулета. Здесь серия стилизованных оленей с плодами на рогах. И чем дальше, тем они динамичнее, из-за реки у них летят стрелы. Они символ изобилия, а это мы, охотники, за этим изобилием. Но здесь туруп Макто летает, можно поднести, даже детеныш там летает. Вот тут ферзь, на нем тень от пешки, прям детальная мысль такая. Вот прям поближе сделал. Это же такой прикол, что ты тут не подсветишь. Если подсветишь, оно как бы, да, не будет. Она возьмет, я в нее верю, эту камеру. Че Гевара, Костак, слова Коста, которые написаны на входе в ассамблею ООН, письмо осетинскому народу Васу Абаеву на латинице. Герой нартовского эпоса отрубает голову великану. Планеты выходят из-за горизонта. Вон там слова писательницы современной Азао Хацурун. Она частый гость здесь. Вот здесь своеобразный Питер. Обычный, стандартный, двухподъездный кракелюровый Питер, он попутешествовал с нами по миру. Картину Будды привезли из Гонконга, ребята. Здесь есть Саплив, командир конно-механизированного отряда, человек, благодаря которому не случилось атомной войны в Карибский кризис. И Хаджумар Мансуров, человек, который создал спецназ ГРУ в России. И друг Хемингуэя, по ком звонит колокол, и полный прототип, полковник Ксанти. Вот здесь какое-то что-то влазит со стены, кричит в портал, и портал открывается. Какое-то что-то. А вот можно еще вот этот моментик посмотреть, поближе сделай камеру, и увидишь, что очень-очень интересный рисунок. Человек, вокруг него фазы луны. В полную луну у него открывается воображение, которое рисует разных рыб. А в этот момент его душа срывается из окна. 17-летняя девчонка нарисовала, вот что у него в башке. Душа срывается из окна. Нормально, в 17 лет самое время. Здесь парень-аукист нарисовал пальцем пейзаж. Вот там космонавт улетает в космос. Так обыграли шнур к лампам. Ага. Вот можно бесконечное зеркало посмотреть. Вот это он точно поймает.
близкие друзья. Опс. Чтобы люди понятно было, где они были. Раз, щелкнулись. Понятно, что они были в портале. Класс. Это такая, ну да, комната, от которой все началось, прям она какое-то уже имеет сакральное значение. Я вообще воспринимаю вот этот портал как мозг, а это все, что в мозгу творится, общественный мозг. И вообще мозг работает на 3-5%, да, ну как говорят, не знаю. И 3-5% это люди, которые выразились здесь. Все остальные пока еще не проснулись. Когда проснутся, будет более интересно. И это такое само, ну, понять, что творится в обществе. Вот в обществе сейчас вот это. В обществе сейчас вот это происходит. Есть не очень качественные моменты, где кто-то пишет свое имя, где кто-то пишет место, где он живет. Там, ну, это здесь был не крутые, да, штуки. Но если незаурядные вещи. Мы вчера написали звуком все, что могли написать. Да, это правда. А они сейчас там, наверное, да? Нет.